40 вакантных мест на госслужбу. После коррупционных скандалов в Карагандинском областном акимате появились свободные рабочие позиции. Сегодня об этом на брифинге в СЦК заявил аким региона Нурмухамбет Абдибеков. Он рассказал, что кадровые вопросы приходится решать чуть ли не каждую неделю. Но насколько будет изменен состав, пока неизвестно. Массовые увольнения в области начались, когда регион систематически сотрясали коррупционные скандалы. Сначала в сентябре, после отставки по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, был задержан экс-аким области Бауржан Абдишев. Затем арестовали бывшего главу Караганды Мирама Смагулова и еще ряд высокопоставленных чиновников области. По ряду, вот видите, акимов городов и районов приходится сейчас делать определенную ротацию. Работа эта ведется и на уровне начальников управления, допустим, управления строительства, вы знаете, у нас сменился. На днях написал заявление, ушел начальник управления активов и государственных закупок. Этот процесс идет.